Заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла эпидемиологического порога. По данным еженедельного мониторинга управления Роспотребнадзора Тувы, в течение прошлой недели зарегистрировано 2154 случаев ОРВИ. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил 50,2%. Из общего числа заболевших более 80% болеют дети до 14 лет. Госпитализировано за неделю 184 больных, из них более 150 детей. В Кызыле зарегистрировано 978 случаев ОРВИ, что ниже порогового уровня на 2%. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил 46,6%. Следует отметить, что с начала эпидсезона в республике отмечено 6 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ региональное управление Роспотребнадзора рекомендует усилить меры профилактики.